Совсем недавно в Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. Впереди новый этап. В 2018 году Россия встретит гостей чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что самих игр в Чебоксарах не будет, республика не останется в стороне. На базе наших стадионов будут тренироваться участники чемпионата. Стадионы «Спартак» и «Олимпийский» на несколько недель станут тренировочными площадками для иностранных сборных. По мировому стандарту такие спортивные базы должны иметь натуральный газон, устройство автополива, раздевалки площадью не менее 100 квадратных метров, а также помещение для проведения пресс-конференций. На реконструкцию стадиона «Спартак» в Чебоксарах будет выделено более 40 миллионов рублей из федерального бюджета и 11 миллионов из консолидированного бюджета Чувашской республики. Согласно утвержденному Минспортом России плану, в 2017 году федеральные субсидии будут выделены и на реконструкцию стадиона «Олимпийский».